So, my totalitarianism is no different. Like all of them, it is the shape of a pyramid. Uh, it is a totalitarianism in which the people at the top are men, but the ranking females are superior in power to the men at the bottom. So, inferior in power to the men at the top, but superior in power. Привет всем! Отсмотрел четыре части сериала Рассказ служанки, отсмотрел по совету, в общем не пожалел. И хоть сезон еще даже до половины не просмотрен, готов поделиться некоторыми интересными мыслями и фактами. Дальше будет некоторое количество спойлеров, так что если не хотите портить себе просмотр, то пока не смотрите каст. Вообще, конечно, автор Маргарет Этвуд умудрилась удивительным образом занять два стула, и за феминизм, и против феминизма. Думаю, частично это получилось умышленно, частично неумышленно. Действительно, при просмотре сериала, даже при самом его вот только начале, возникает мысль, что его сняла какая-то отъявленная феминистка. Только по некоторым аккуратно расставленным намекам можно догадаться, что это не совсем так. А если хочется не намеков, а прямого авторского слова, то достаточно пойти на YouTube, посмотреть интервью автора по поводу книги и фильма, а она принимала участие в том числе в создании фильма, то Маргарет довольно конкретно открещивается от феминизма и говорит «нет-нет, спасибо, не надо, я гуманист, так что первая ирония в том, что все, кто называет автора феминисткой, а книгу и фильм феминистическими, они и являются одними из тех, кого книга и фильм высмеивают на самом деле. Просто нужно немного напрячься, чтобы это понять. Маргарет настолько далека от феминизма, что уже в начале года успел попасть в скандал по поводу коллективного письма общественных деятелей в защиту несправедливо и скоропостижно уволенного профессора из одного университета, чем, естественно, заслужил проклятие со стороны феминисток по понятной причине. Оригинальная книжка написана в 1985 году, и можно догадаться, какой книге она посвящена, в ответ на что она написана, ну или альтернативной версии, чего она является. И слово антиутопия довольно точно описывает весь сюжет, и ситуацию, которая там разыгрывается. И, конечно, по первости, как и любая антиутопия, сначала глаз режут всякие мелкие нестыковки, которые просто, ну, выглядят неправдоподобно. И вообще, в целом, сюжет выглядит похожим на сон и воспринимается как похожим на сон. И я думаю, что возможно, до какой-то степени это было сделано умышленно, я в конце скажу почему. Фильм навевает что-то, что мог бы снять Дэвид Линч, но он, конечно, бы круче завернул в сюжет, но все-таки настроение примерно такое. Все это нереально. Нереально по многим причинам. Ладно, предположим, 99 женщин из 100 перестали рожать, больше не могут родить. И как мы решим эту проблему? Воспользуемся какими-нибудь новыми хай-тек технологиями, придумаем искусственную матку, Сделаем так, что каждая женщина будет рожать как минимум близнецов, а лучше тройняшек. Нет. Мы назначим каждую из них жить в доме какого-то высокопоставленного мужика, который даже непонятно, может ли иметь детей вообще. Если есть способ быстро покончить с населением, то это, наверное, хороший способ, да. Даже когда в мире все нормально, ну, в кавычках, настолько, насколько нормально у нас, если предположить, что нет несчастных случаев, то из каждых двух человек, составляющих семью, должно получиться еще двое детей, чтобы численность людей хотя бы осталась прежней. В реальности, конечно, эта цифра больше, чем 2, там 2,3 и так далее. Представим, что нас рожает одна женщина из 100. Вопрос: какой должен быть у нее коэффициент фертильности? Ну, в общем, никакой. Никакие способы уже не помогут. Все, цивилизация закончилась. Даже если она будет рожать пятерни непрерывно, все равно это не поможет. Жители нового теократического государства, созданного, судя по всему, на территории бывшего США, поклоняются Ветхому Завету и нигде ни разу не называют себя христианами и вообще не упоминают ничего, связанного с Христом. При этом у них нет ни ветхозаветного многоженства, что было бы довольно очевидно и, возможно, чем-то помогло бы решить проблему, ни жертвоприношений и, собственно, даже священнослужения особо не видно. Нет ни молитвенного правила, ничего, только какие-то ритуалы, больше срисованные с 1984, чем с Библии. Количество вооруженных молчащих охранников в черной форме впечатляет. Буквально на каждом углу по автоматчику. Кто кормит всю эту армию, которая составляет, судя по всему, где-то половину населения. То есть одна половина населения охраняет другую половину населения. Кто их кормит и кто работает, непонятно. Существует ли где-то производство вообще чего-то полезного? Кто поддерживает всю эту красивую инфраструктуру? В общем, тоже все намекает на нереалистичность происходящего. Одна из ста женщин может рожать. Чем заняты остальные 99? Тоже непонятно. Кто такие жены и за что они таковыми становятся, тоже не ясно, особенно раз они бесплодные. Вообще, по библейским понятиям, бесплодие – это, можно сказать, божественное проклятие, которое накладывается самим Богом временно или постоянно. И вмешательство в этот процесс по библейским представлениям в корне неправильно, и об этом будет мой главный поинт, но позже. Яркая штука, которая режет глаз при начале просмотра фильма, это, конечно, странная процедура, которую там придумали для подкладывания служанки под главу семейства. Из каких-то не очень понятных соображений она буквально лежит между ног у жены, жена при этом держит ее за руки и происходит такое соукупление на троих. При этом у жены такое выражение лица, что у некоторых опадает эрекция, что, в общем, объяснимо, если вы увидите, как выглядит ее лицо. Тут не то, что эрекция может пропасть. И еще в их школе подготовки бунтарски настроенная девица спрашивает, мол, что это такая за странная процедура – совокупляться между ног у жены. И тетенька-наставница цитирует Библию, Ветхий Завет. Бытие, глава 30. Она, это жена, то есть, сказала, «Вот служанка моя, Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Ну, понятно, что имеется в виду, не муж возьмет ее на коленях у жены – а Она примет ребенка на свои колени, то есть заберет, когда он появится. Ежу понятно, что никому бы не пришло в ветхозаветные времена совокупляться по трое. У жен были разные шатры, и муж переходил там в нужную ночь к нужной жене. И так же происходит у мусульман в наше время. Никому в голову не придет собирать их по двое в одной кровати. И на это есть множество причин. Иными словами, тетенька-наставница приводит цитату, которая совершенно не подтверждает тот посыл, который они же там и подают. И никто на это ей не указывает. Поскольку все это полная чушь, то, естественно, первое, что я подумал, что, может быть, в английском варианте Библии в этом месте сказано как-то иначе, и смысл более плавающий, и действительно можно понять его двояко. Ну что ж, King James Version, Genesis. And she said, Behold my maid Billa, go in unto her, and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. То есть совершенно четко сказано, что она принесет ребенка ей на колени, а не будет зачинать ребенка у нее на коленях. То есть центральный момент всей этой фантасмагории, показанной что в книге, что в фильме, построен на, не знаю, можно сказать, на неверном понимании того, что написано. На самом деле просто люди вообще не прочитали то, что там написано. И в качестве подтверждения приводит текст, где не говорится ничего подтверждающего эту мысль. Вообще ничего. Скорее говорится противоположное. И в целом это неплохо отражает всю идею всего фильма и всей книги вообще. Я опять же дальше скажу почему. То есть если люди не умеют проверить источник, а когда берут в руки источник, читают и не могут прочитать то, что там написано, то это фильм про вас. И в этом смысле он действительно феминистический. Потому что феминисткам действительно свойственно смотреть в книгу, а видеть совсем не то, что там написано. И это касается что идей разных политических и социальных, что цифр определенных. Вот взять пример, который я уже задолбался приводить на соответствующих форумах, про 15 тысяч женщин ежегодно погибающих от побоев мужчин в России. Цифра качует от автора к автору, от лектора к лектору, но никакие призывы посмотреть на оригинальные материалы ни к чему не приводят у нас ежегодно погибает от насилия домашнего и от его последствий, это очень важно, слово «его последствий», да? порядка 15 тысяч женщин. И эта цифра не снижается с тех пор, как стали публиковать эту статистику. Сайт Госконстата, конечно же, не дает нам прямой статистики, но ее можно получить косвенно, как и многое в нашем мире. Открываем таблицу. Число лиц, потерпевших от преступных посягательств. 2016 год. Погибло женщин 9,1 тысяч, мужчин 20,8 тысяч. То есть всех погибших от всех преступных посягательств женщин 9,1 тысяч. То есть примерное соотношение мужчин и женщин 2 к 1, даже больше, чем 2 к 1. Смотрим таблицу смертности с разделением по причинам. Убийство. Всех вместе 10,5 тысяч человек. Без разделения по полу. Если принять консервативную оценку 2 к 1, то получится примерно 3000 женщин. Это всех убийств вообще, никак не связанных с домашним насилием. Каким образом гении статистики выделяют из этих цифр процент погибших в результате домашнего насилия, сказать трудно. Из западной статистики известно, что подавляющее большинство женщин гибнет на работе. В смысле, от убийств на работе. По косвенным данным можно судить, что смертность от домашнего насилия стоит где-нибудь так вместе на четвертом-пятом среди всего каталога причин смертности. О какой реалистичной доли из 3000 тысяч идет речь? 300? 500? Что-то в этом духе. Но никак не 15 тысяч. Но 15 тысяч звучит гораздо круче, чем 500. Особенно если посмотреть, что за тот же самый период было 10 тысяч мужских самоубийств, многие из которых происходят после развода. Но это уйдет нас в совершенно в другую тематику. Не сегодня. Вообще, надо сказать, для продвинутой религиозной семьи, семья Командора выглядит весьма странной и довольно несчастной. Постоянная тишина в доме, натянутые отношения, странное выражение лиц, какой-то затаенный внутренний конфликт, который висит в воздухе, но выражается только в косвенных проявлениях. Что-то глобально не так с женами лидеров. Долго они бы так не смогли просуществовать, а тоже, наверное, покончили бы с собой, еще вперед своих служанок. Так в чем же глобальное вранье всей истории? Что сводит на нет всю апелляцию к феминизму, равноправию и так далее? Это опять неправильное цитирование и вырывание из контекста, увы вся система, на которой построены эти взаимоотношения служанок, помощниц по дому, все это построено на истории взаимоотношений Иакова и Рахиль, ну и прочих их домочадцев. Эта история приводится в фильме множество раз и все время приводится вне контекста. А контекст там очень красноречивый. Как я уже говорил, по библейским понятиям вопросы рождения и смерти лежат только в божественных руках. И вмешиваться в них это в лучшем случае богохульственно. Конкретно в истории про Иакова и Рахиль это изложено довольно сухо, только отдельными намеками вставлено. Есть развернутые тексты с комментариями, даю ссылку внизу. В самом начале 30 главы говорится «И позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Во-первых, позавидовала, во-вторых, надо понимать, угрожает самоубийством, что уже многое говорит о женщине. Так вот, Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» То есть он ей как бы говорит «белины объелась? Не знаешь, в чьих руках лежат эти вопросы?» Но тем не менее дальше история излагается довольно сухо. Но дело в том, что в Библии это не первый раз, когда жена подкладывает служанку под мужа с тем, чтобы та родила. Есть история Авраама и Сары, и там более четко и более конкретно говорится, что то, что было сделано, было сделано против божественной воли, это было нарушение, это было преступление богомерзкое, и за это люди потом поплатились. И там сказано, что именно за это и почему поплатились – Соответственно, история Иакова идет чуть-чуть позже, но тем не менее прямо отсылает к параллели с прошлой историей. Что то, что задумано, задумано мерзко. И то, что будет сделано, будет мерзко. Отдельный вопрос, почему праведник Иаков на это соглашается. Честно говоря, для меня это загадка и не настолько знаток этой темы. Тут проглядывается что-то такое с... родственное с историей с Адамом и Яблоком. Жена предлагает, рекламирует, настаивает, муж отнекивается, но вяло, в итоге соглашается, в итоге всем кранты. Это из-за того, что инициативу проявила, а этому за то, что сопротивлялся слабо. Как вообще в целом выглядит история с женитьбы Иакова? Скажем так, праведник, правильно устроенный мужчина, пришел в отдаленное семейство, которое жило неправедно, было не очень-то воспитанным и цивилизованным. Есть хитрый, жадный и сребролюбивый тесть, у которого две дочери, тоже не блестящих личных качеств. Тем не менее, Яков влюбляется в младшую, но папа говорит ему, мол, отработай семь лет, тогда женишься. Тот работает семь лет, но после первой брачной ночи оказывается, что ему подложили не младшую сестру, а старшую. То есть папа подсуетился вместе за черми, видимо. Яков выставляет претензии папе, типа, папенька, у вас с головой все ли хорошо? А тот говорит, извини, дорогой, традиция такая, у нас младшая дочь не может выйти раньше старшей, так что сначала на старшей женишься. Он говорит, ну окей, а что с младшей? А за младшую еще семь лет нужно отработать. И он остается и работает. Тут, в общем-то, уже многое сказано и про папу, и про обоих дочерей, да? с кем герой имеет дело. Но это не все. Герой наш хоть и многоженцем стал теперь, что, в общем, вполне укладывается в ветхозаветные времена, но старшее рожает, а младшее нет, и это проклятие, или как в русскоязычной Библии называется «позор». Ну, немножко в другом значении, чем мы используем слово «позор», но тем не менее. И что в итоге бесплодная жена выдумывает? Она говорит «нет, ждать не будем, молиться не будем, праведной жизнью жить не будем». Сейчас тебе служанку подложу свою, она родит, ребенок будет мой, и будет у тебя типа сын. И по сегодняшним меркам это звучит довольно безумно. И мне почему-то кажется, что и в те времена это тоже было не очень обычным решением. Хоть никто не запрещал э, дополнительно жениться еще и на служанке, да, и взять себе еще одну жену. И в итоге так и было, по сути. Короче, в итоге служанка рожает, по-моему, двух сыновей, после чего старшая дочь вдруг боится за свое положение, которое зависит от количества сыновей. И говорит, надо нам тоже с нашей стороны усилить работу по этому вопросу. И подкладывает свою служанку под того же самого Иакова. Давай, мол, и с моей служанкой тоже сделай то же самое. И удивительным образом Иаков почему-то на это идет. Почему, я не знаю. А под конец еще и Господь снимает проклятие с Рахиль, и она рожает сама. То есть все это время ее тоже никто не вычеркивал из уравнения. В итоге есть Иаков, у него дети от двух сестер что запрещено по понятиям того времени, нельзя было жениться на сестрах. И мало того, что у него дети от двух сестер, у него еще и дети от служанок обеих из этих сестер. То есть натуральный дом 2. Но центральная суть всей истории, она показана и рассказана так и для того, чтобы показать, что это неправильно, это то, как нельзя было себя вести. Она показывает негативные примеры, причем с отсылками к предыдущим негативным примерам того же пример народа показывает, что люди не очень хорошие, мягко говоря, не очень грамотные и не очень верующие. И то, что они делают, плохо и будет иметь плохие последствия. В этом главный поинт этого рассказа. А теперь поверх этого, во-первых, приходит правительство, какое-то виртуальное, которое построено на фундаменталистских библейских принципах, которое берет это поведение, которое проклинается в Библии, за образец и выставляет за всеобщий стандарт поведения. Но и это полбеды. Потому что, во-вторых, эту книжку и фильм берут люди, читают и смотрят, и думают, надо же, какие вещи рекламирует Библия. Действительно ужасно. Действительно аморально и бесчеловечно. Ну, наверное, так и есть. Только с той разницей, что Библия этого не рекламирует и подает это совсем в другом свете. А точнее, в свете прямо противоположном. И в этом смысле, опять же, и фильм, и книга действительно феминистские. Потому что если феминисты чем и знамениты, то вот таким подходом к информации. Ну а в качестве завершения скажу, что, на мой взгляд, кроме антиутопии, провокации и попытки развести феминисток на покупку, в общем-то, антифеминистской книги, между прочим, это получилось очень неплохо. Посмотрите, например, на протесты антитрамп, которые делают девушки, одетые в одежду из этого фильма. Если нужно было показать себя идиотками, то лучшего способа трудно придумать. Тем не менее, все-таки некоторый элемент проекции, именно сна, в таком фрейдистском смысле, мне кажется, в этом фильме все-таки есть. Женщины фантазируют, как бы выглядел мир такой абсолютной власти над женщинами, обесчеловечивания женщин. И некоторые элементы здесь правдивы. Например, вопрос, что будет с женщинами, если общество откатится назад по условной лестнице социального развития. Тут ответ довольно очевиден. Женщины перейдут в личную собственность самых сильных мужчин. И меньшинство мужчин будет владеть всеми женщинами. Сейчас женщины сами себя им отдают, тем самым пресловутым 20%. А в итоге их будут брать силой. Но центральная проекция, как мне кажется, здесь, это такой коллективный женский страх, что с ними сделают то же, что делают они сейчас. Так они примерно представляют, как мужчины, наверное, захотят им отомстить, вернуть свои долги. Потому что такая категория людей, у которых отбирают детей и заставляют работать еще при этом на тех, кто этих детей отобрал, такая категория людей сегодня существует, реально существует, не в каких-то там фантастических рассказах. И эта категория людей – мужчины –